скажите, как его зовут? В 39-м царстве, в 33-м государстве, во времена то ли неслыханные, то ли невиданные, то ли конца концов, то ли начало начал, жил да был то ли один, то ли Один, то ли мудрец, то ли купец, то ли Загоренко, то ли Загоренко. И был то странный человек то ли греком, то ли хазаром, то ли приемным сыном цыганского барона, то ли адептом всех тайных учений сразу, а может быть и так, что был он космическим засланцем, случайно выпавшим из люка пролетающего над землей корабля. Предвижу ваше обвинение в излишнем ерничестве и шутовстве, но не торопитесь с выводами, друзья. Ведь не тот шут, кто смеется, а тот, кто в шутовской колпак наряжается. А без смеха даже и не знаю, как поведать все то, о чем пойдет сегодня речь, так же, как и без слез. Поэтому хотите смейтесь, хотите плачьте, а я начинаю. Итак, встречайте, Дмитрий Загоренко, он же Дмитрий Загоренко, он же Напильник, он же Зодчий, он же Сга, он же Дмитрий Харцисский, он же Сергей Трегубов, он же Дмитрий Купцов, он же Даниэль Танай, мальчик, похищенный цыганами. Он же строитель невиданного, небывалого. Он же проектировщик будущего на всем русском пространстве. Круто? Не то слово. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович. Проходите. Для начала напомню, что режиссер Зодчий так и не дал никому ни одного официального интервью. При этом он периодически их имитировал, выдавая за интервью то, что ни по формату, ни по сути таковым не являлось. Скорее, это был вброс в инфополе тщательно подготовленного текста, а также театральное действие согласно составленного заранее сценария. Так появились на свет материалы никогда не случавшегося в реальности интервью с Дмитрием Зодчим в пещере, взятым у него мифическим донецким корреспондентом Трегубовым. Текст пресловутого интервью с Трегубовым от начала и до конца является декларацией о намерениях и частично оккультным шифром. Если взглянуть на этот текст именно как на декларацию и помнить при этом, что все вопросы и ответы в псевдоинтервью были написаны одной и той же рукой, то все сразу встанет на свои места. Яркие реквизиты в этом литературном спектакле – это фиолетовый москвич, пещера, стол в пещере и трубы электростанции «Зугрес». Фиолетовый москвич – это сразу три намека на цвет русского медведя, как игрока в большой игре. И наш фиолетовый медведь. Представляющего Россию и ее столицу, а также намек на всю территорию бывшего СССР, где автомобиль выпускался когда-то и пользовался спросом. Пещера, в которой состоялась встреча Трегубова с Зодчим, вам тоже показалось, что это настолько абсурдно? Тащить журналиста через степные буераки и привести внутрь каменного грота, чтобы озвучить что-то, что к этому месту вообще отношения не имеет. Или все-таки имеет, и природные камни, и грот, и есть главный реквизит этого спектакля. Напомню, степь, куда отправились журналист и его проводник на москвиче, это пространство, которое у нас русских на уровне подсознания ассоциируется с волей и привольем. Вольная степь, так мы ее называем. А пещера, грот – это естественное каменное образование. Совмещаем слова «вольные» и «камень» и получаем словосочетание «вольные каменщики». Кстати, масоны всегда изображают обычных людей или профанов, то есть непосвященных, в виде природных необработанных камней. Ну вот такие уж мы с вами неотесанные, по их мнению.
Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины. Итак, грот – это камень, обработанный естественным образом. Цитата из интервью. Это не пещера, а естественное каменное образование, сооруженное настоящими строителями, водой и ветром. Слово «строитель», «строители» встречается в интервью несколько раз. На протяжении всего интервью Зодчи активно противопоставляет строителей тем, кого называют «наши люди». Цитата. «У нас везде красиво, где наш человек не влез и ничего не построил. Наш – это чей? Наш – это который думает и говорит на русском. Тот, который всюду строит руины». Цитата окончена. А теперь внимание, вишенка. Во французском и итальянском языке слово «гротеск» означает «причудливый». При этом итальянское слово «гротеск» произошло от «гротта», что переводится как «грот» или «пещера». Сам же гротеск в искусстве – это жанр и такой формат подачи материала, где через преувеличение и театральность идет смешение всего со всем – комедии с трагедией, правды с вымыслом, абсурда с логикой, фантастики с реальными событиями. В общем, насмешливый и извительный гротеск – вот что из себя представляет интервью в пещере, которого на самом деле не было. Чего стоит один только стол в пещере? Ну сами представьте это зрелище. Разве не абсурдно, не смешно? Кстати, стол – обязательный предмет масонских заседаний, и по этой именно причине он присутствует в повествовании Зодчего. Это символ важности и значимости всего, что Зодчий огласит за этим столом. Именно огласит, а не скажет. Ведь намерения не проговаривают, а оглашают. Финальные сцены интервью не менее красноречивы. Репортер уходит по направлению к трассе Шахтерск-Донецк, но через пару минут оглядывается. Цитирую. «После мой собеседник удалился. Через 2-3 минуты я уже не мог разглядеть его силуэта на горизонте». Цитата окончена. 2-3 минуты – это число 23, излюбленное число посвященных, поскольку оно является аналогом числа 666. Число 23 удобно для каждого в этой безумной игре. В игре? Да. Паранойя. В литературе число 23 играет огромную роль. Правда? 23 аксиомы в геометрии. Человеческое тело состоит из 46 хромосом. По 23 от каждого из родителей. Кровь проходит по всему организму за 23 секунды. Что это? Что это за число? 2 делим на 3, точка 666, 3 шестерки, число дьявола. В книге Откровения всего 22 главы, и мы знаем, чем она заканчивается. Есть люди, которые стараются увековечить дурную славу чисел. После мой собеседник удалился. Через 2-3 минуты я уже не мог разглядеть его силуэта на горизонте. Уж не о том ли самом горизонте планирования будущих событий идет речь, о котором Зодчий заявил, что он виден некоторым, но недоступен для большинства. Цитирую. «Люди, в особенности интеллектуалы, полагают, что существуют какие-то горизонты планирования, что будущее неизвестно, скрыто в тумане, формируется случайным образом. Для них скрыто, для других открыто». Цитата окончена. Вот почему журналист почти не видит удаляющегося Зодчего. У них кардинально разные пути. Зодчий идет в сторону горизонта, символизирующего будущее. Оно доступно и очевидно для него. Более того, он жаждет его и ассоциирует себя с ним. В отличие от корреспондента и нас с вами, не понимающих, о чем идет речь. Вы же помните, как начиналось интервью? Это мы с вами сидим в старом разбитом, застрявшим во времени фиолетовом москвиче. Наши люди в булочную на такси не ездят. А кто же тогда Зодчий, если он по другую сторону игрового поля? Цитирую. Русский человек сможет преобразиться только тогда, когда ангелы вышибут прикладами автоматов двери. То есть вы проектируете войны и катастрофы?
Нет, этим занимаются другие. Мои задачи – планирование строительства нового на руинах старого, а также выявление и подготовка тех, кто будет строить. Цитата окончена. Завершается интервью не менее эпично. Возвращаясь на попутках, Трегубов видит ориентир – трубы электростанции «Зугрес», расположенные в Харцизском городском округе. Казалось бы, к чему эти лишние детали, ведь интервью уже окончено, но у Зодчего нет лишних деталей. Посмотрите внимательно на эти трубы, впечатляет, правда? Прямо Яхин и Боас. Кстати, один из аккаунтов и псевдонимов Дмитрия Зодчего в сети – это Дмитрий Харцизский. В этом гротескном и запредельно откровенном интервью Зодчий неоднократно подчеркивает, что он-то как раз настоящий строитель. Цитирую. «Я хотел встретиться, чтобы поговорить о вашей постройке, о фильме «Замысел». Ведь художественный фильм также можно считать постройкой, только интеллектуальной, духовной. Тем более, что эта постройка претенциозная. Фильм позиционируется как первый художественный фильм Донбасса. Три раза подряд употреблено слово «постройка» применительно к фильму, что считается грубой стилистической ошибкой и корявостью, именуемой тавтологией. Но это не ошибка, это намеренное усиление и выделение значимого слова и информации, которое оно в себе несет. Причем в интервью эти фразы произносит Трегубов, что символически означает, что они произнесены уже даже не три, а целых 9 раз. Так вообще-то работает нейролингвистическое программирование или попросту ментальная ловушка. Значимая фраза или слово должны буквально въесться в сознание, записаться на подкорку в виде программы, зацепиться и остаться в памяти. Представляете, какое значение имеет для Зодчего эта постройка? Складывается ощущение, что речь идет как минимум о строительстве некой святыни и храма, а не провинциальной киностудии. Прямо Мосфильм посреди степи и разрухи должен, видимо, вырасти. Цитирую дальше. «У нас никому никогда дела до фильмов не было. Даже прожорливый футболист, имея горы денег, не сподобился что-либо предпринять в этом направлении. Пришлось решиться самому строить донецкий кинематограф». Цитата окончена. Напрашивается вопрос, о ком это он так фамильярно? Футболист с горами денег, не посчитавший нужным отстегнуть несколько десятков лямов на донбасское кино. Но очевидно, что Зодчий ведет себя так, словно давно на коротке с теми, у кого в карманах денег горы. И для кого так же, как и для Зодчего, нет тайн относительно будущего Донбасса. Цитирую. «Вы сейчас говорите о будущем Донбасса? Нет, конечно. Донбасс – это часть русского пространства. Передовая, но все же часть. Речь даже не о России, как стране. И тем более не о Российской Федерации, как государстве, коему жить осталось недолго. Речь именно о русском пространстве и проекте, который будет построен на его просторах и вместо уродливых руин Российской Федерации». О, Эфиоп! Я русский! Другая цитата. «Далее мой собеседник попросил меня выключить диктофон, после чего стал рассказывать о будущем, причем с подробностями, которые включали в себя даже меню в бесплатных столовых». Цитата окончена. Но большинство-то живет умом и животом. Уже на второй день после Октябрьской революции Ленин издал декрет об организации предприятий общественного питания. Все трактиры, кабаки и рестораны из частной собственности перешли в государственную. А в 1920 году, когда на просторах страны свирепствовал голод, для рабочих и служащих пришлось создать сеть бесплатных столовых. Ничего не меняется. Так кто же ты такой, мастер Зодчий? Чьих вы, как говорится, будете? Мне вот, например, очень интересно, как из маленьких мальчиков вырастают такие большие талантливые режиссеры? А главное, каким фантастическим образом они потом становятся проектировщиками будущего для всех остальных людей,
то есть нас с вами. И дуримар, и карапас. Но я одураченный не раз. Точно таким же гротеском и шифром оказался и вброс Зодчего о мальчике Танае, завуалированный под пост некоего Патрушева в ВК. Если помните из моего предыдущего рассказа, цыгане переименовали украденного Даниэля Таная в Дмитрия Купцова. И я уже рассказывал вам, как слово «купец» проявилось в еврейской фамилии Кауфман, фамилии отца советского документального кино Дзиги Вертова. Но есть и еще интересные подробности этой пикантной истории. Напоминаю, Танаис – это древнегреческое название реки Дон. У самого устья реки Танаис в древности был расположен так называемый античный эмпорий с названием Танаис. Эмпорий, в переводе с древнегреческого, это торговец или купец. То есть эмпорий Танаис был местом, где пересекались торговые пути и где торговцы обменивались товаром и деньгами с купцами. Таким образом, фамилия Танай абсолютно тождественна по смыслу фамилии купцов. Кстати, Танай – это еще и легендарный царь скифов. Так что наш сочинитель ценит себя и свои выдумки весьма высоко. Что касается имени Даниэль, то это еврейское имя библейского пророка, в переводе означающее «Бог мой судья». Напомню также, что Танаис – это устье или дельта Дона. Два рукава реки образуют здесь своеобразный треугольник. А лучезарная дельта, в свою очередь, – это высший символ среди посвященных. Что же заставляет Зодчего составлять подобные шифры и послания? Неутоленное тщеславие? Скука в ожидании небывалого? Невинная шалость в расчете на полное отсутствие ума у профанов? Ну так зря-зря. Эта история, наоборот, показала, что это место в устье Дона чем-то дорого Дмитрию Даниэлю. Видимо, душевно близки ему эти исторически сложившиеся торговые пути. И действительно, вскоре выяснилось, что Загоренко и впрямь имеет греческие корни. Как знать, может, происходит от того самого царя Таная? А может, корни не только греческие? Для чего-то же назвал он свой прототип Даниэлем. Более того, в своих фантазиях Зодчий отправил безутешных биологических родителей мальчика на ПМЖ в обетованную. И везде мы видим один и тот же почерк мастера. Яркий реквизит, отвлекающий внимание зрителя от чего-то гораздо более важного. Зашифрованная оккультная символика и персонаж, как бы случайно включающий дурачка. Идиоты! Если палец показывает на небо, глупо смотреть на палец. Идиоты! Да нет, глупо смотреть туда, куда указывает палец, если не знаешь, кому он принадлежит. Кто вы, мистер Зодчий? Скажите, как вас зовут на самом деле? Человек-загадка, так кажется, вы себя обозначили в своем пещерном интервью. Цитата. «Я субботний водолей с тремя девятками в квадрате. Невозможная моя стихия, специализация и естественная среда обитания. Чем сложнее, важнее и невозможнее проект, тем интереснее браться за его исполнение». Цитата окончена. Вот так, не больше и не меньше. Складывается впечатление, что перед нами кто-то из великих. Султан по меньшей мере, или как минимум греческий царь Танай. А здесь царь. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Три девятки в квадрате Пифагора – показатель чрезмерно идеалистического мировоззрения, которое с точки зрения нумерологии должно создавать определенные проблемы человеку с такой психоматрицей.
По сути, это зануда и демагог. С ним невозможно советоваться. Его оценки явлений окружающего мира редко отличаются реалистичностью, что не может не сказываться на адекватности его действий. Человека с показателем 3/9 в квадрате Пифагора нужно постоянно оберегать от него самого. У него идеалистические взгляды, сложное чувство ответственности за всех и непомерное честолюбие. Я было назвал как-то Дмитрия по инерции Загоренко и был неправ. Оказывается, он и тут звучит иначе, не как все. Загоренко от слова «гора» или «гор». За горами горы, хмарою повиті. Но выяснилось, что гор как мифологический персонаж ему не близок. Царь ближе. Царь! Ну царь! И все-таки хотелось бы понять, как из обычного донецкого мальчишки вырос таки строитель невиданного и небывалого. В детстве я был кем-то вроде вундеркинда. В 3 года хорошо читал и писал. Читал все подряд. Рядом была хорошая шахматная библиотека. Я был чуть ли не единственным постоянным посетителем. В возрасте 5 или 6 лет у меня была персональная выставка. Лепил из глины статуэтки животных. Кстати, выставка была на месте, где сейчас находится здание Донфильма. Одно из известных имен уже взрослого Дмитрия Загоренко – Напильник. У вас тоже прошел холодок по коже, но история с кличкой Напильник на самом деле довольно безобидная. Однажды в школе уже не Даниэль, а Дмитрий, уже не Танай и не Купцов, но еще не Зодчий, попробовал играть на гитаре напильником. Шутка, что называется, удалась. Позднее, уже будучи известным в донецких степях музыкантом, Загоренко будет извлекать из гитары необычный интересный звук. В среде панк-рок музыкантов даже появится словосочетание «скрипичные соляки напильника». И опять возникает какой-то диссонанс. Утонченное детство мальчика-ботаника, чем-то похожего на Сгу из фильма, библиотека, пыльные фолианты, довольно красивые художественные работы, первая выставка и вдруг бунт, а социальное поведение, гитара, напильник. Как-то не вяжется одно с другим. В новой школе я, само собой, не учился. Проводил время в школьной кочегарке с гитарой в обществе лихих друзей и хмельных подруг. Там царил дух бунта. Постоянные драки, диверсии против учителей, битье школьных стекол, забрасывание кирпичами участкового и тому подобное веселое хулиганство. Мне нравилось. В общем, катился-катился напильник со своей гитарой по кривой донецкой дорожке и стал довольно неплохим музыкантом, участником группы «День трифидов». Трифиды, если кто не знает, это такие вымышленные растения-монстры, передвигающиеся на 3 ногах-корнях. Опять 3. То трифиды, то тригубовые. Везде и всюду тройки, тройки, тройки. Кто и когда свернул этому парню мозги на бекрень? Боюсь, ответа на этот вопрос мы так и не узнаем. А жаль, это ключевой вопрос. День трифидов запомнился тем, что исполнил легендарный гимн Донбассу. Полощет ветер флаги перемен, Донбасс готов врага с земли снести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Загоренко играл на гитаре и пел вместе с остальными участниками группы. Творчество группы «День трифидов» – довольно интересная история, переросшая в совместную работу Дмитрия Зодчего и Салима Салкина над сценарием фильма «Замысел». Но в какой-то момент что-то серьезно разладилось между старыми друзьями. We'll be right back.
не зря запах мясы, и нам нечего терять. Попасть в подарки батька, великих мухов поздравлять. С перечисленным расскажем, что сюда не надо приходить. Ща немного перекурим и дадим им прикурить. Их учитель по истории позабыл предупредить. Не стало нечисто, что русским невозможно победить. За невыученные уроки и за парня, за того, за одного и за другого, за деда моего. Ответка будет вам ответка. Будет дискотека, будет вам хард-рок. Ответка, только сходим мы в разведку. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Месть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Какие еще серьезные проекты Дмитрия Загоренко можно вспомнить? Пожалуй, выпуск денежного каталога и работа над созданием дизайн-макетов денежных купюр для Новороссии. По словам самого Загоренко, цитирую, «На мне была полностью производственная часть. Я обязался отрисовать макеты, подготовить их к печати и проконтролировать на производстве. А концепция была не моя. Идея была других людей. Там Данилов был рупором. Ну ты его в пастухи поставил». Конечно, редчайший лжец и жулик. Мы друг друга не очень жаловали. Меня интересовала во всем этом практическая составляющая. Во-первых, на Донбассе действительно тяжелая ситуация была с деньгами. Во-вторых, это шикарная возможность сделать что-то вне доллара. Какая была идея у Даниловых и зачем затеяли, могу только догадываться. Ситуативные союзники. Цитата окончена. А теперь вернемся на 4 года назад. Цитирую. «Скажи, тезка, по какому принципу в фильме ты подбирал говорящие головы пастухов на экраны телевизоров? Если честно, мне это не дает покоя». Это я спрашиваю. У Димы Зодчего. 4 года назад. «Вечер добрый, Дмитрий. Да не то, чтоб прям по принципу. Скорее из мелькавших для меня в то время. Мелькали б другие, были б другие, но и этих достаточно для создания образа». А через 4 года Зочи размещает Данилова среди пастухов вполне себе осознанно, как сам об этом сказал. Так мало того, он еще ранее озвучивает в комментарии следующее. Цитата начинается. «И да, я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма». Лето, 2021 год. Почему Дмитрий Зодчий не разместил в своем фильме на мониторы среди пастухов, к примеру, 9-го? Все встает на свои места после прочтения мнения Дмитрия Зодчего об Андрее Девятове. Девятов – очень прикольный, харизматичный персонаж, разумнейший человек. К сожалению, времени нет его смотреть. Хотя только с удовольствием бы смотрел. Цитата из статьи на официальном сайте Андрея Петровича Девятова. Цитата начинается. «По ролям опознавания свой-чужой между лицами, принимающими важные решения в Москве и Пекине, стало бы согласование производства совместного художественного фильма про легендарных разведчиков Коминтерна периода Второй мировой войны Рихарда Зорге и Янь Боахана, дабы избежать противодействия красной линии в кино со стороны либералов в правительственных кругах Новой России, съемку фильма о разведке Коминтерна следует наполнить духом Донбасса, питаемого подвигом краснодонских малогвардейцев в Великой Отечественной войне советского народа с германским нацизмом. Ныне речь идет о загоризонтном охвате перспективы культурным кодом Орды. Вождь – отец, народ – войско, круговая порука,
Создание фильма целесообразно поручить Донецкой народной киностудии «Донфильм». Руководство студии предлагает по фильму связать две истории одного временного периода про разведчиков в тылу врага. Исполнил Андрей Девятов. Цитата окончена. Итак, каждая говорящая голова на мониторе в фильме «Замысел» поставлена туда осознанно. Никаких случайно мелькавших там нет. Цитата. Поставил бы Дмитрий Зочи себя среди пастухов на мониторах в фильме «Замысел». А Зочи отвечает. Нет, конечно. Я ж вроде никого не спасаю и в экране не мелькаю. Никого не гипнотизирую улыбками и приятными речами. Из-за хитра и кот про хвост, но ведь я не так-то прост. Недаром обо мне поют, все знают, что меня зовут. Интерес Загоренко к деньгам не случайен. Он известный в Донецке коллекционер и составитель справочника банкнот. Причем довольно хорошего справочника, по мнению таких же, как он, коллекционеров. И в полночь ваши денежки заройте в землю где? И все-таки в этой истории не хватает какого-то очень существенного звена. Цитирую. Кстати, в замысле внимательный глаз найдет символьные атрибуты будущей державы. Флаг, герб, лозунг. Цитата окончена. Откуда, например, новоиспеченному режиссеру, пусть даже самого мистического толка, знать сигнальную дату битвы конца и то, какими будут герб и флаг у будущей державы. Причем, напоминаю, Зочи говорит даже не о России, а обо всем русском пространстве, целиком и сразу, что бы это ни значило. Могу только предполагать, что он имеет в виду территории бывшего СССР. Цитата. А что, если люди не примут ваш проект будущего? А у них никто спрашивать не будет. Мы ничего не предлагаем, а лишь уведомляем. Цитата окончена. В общем, к этому добавить мне уже практически и нечего. Пусть каждый сделает свои собственные выводы. Судя по тому, что почти все актеры из фильма «Замысел», некогда на голом энтузиазме помогавшие Зодчему, ушли из проекта и с Дмитрием не общаются, дела на студии не так хороши, как декларируются. Ну и где теперь все они? Салим Салкин, сыгравший роль Своя, Анатолий Глазунов, сыгравший роль узника, Павел Великодный, сыгравший роль Архала. Где весь этот коллектив энтузиастов, без которых бы у Дмитрия Загоренко ничего бы не вышло? Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! Народная киностудия так и не стала по-настоящему народной. И вот уже год, как она превратилась в платный клуб почитателей талантов Зодчего. Во многом спаду интереса способствовало откровенное хамское и высокомерное отношение студийной элитки к тем, кто искренне интересовался их начинанием. В том числе и к тем, кто помогал вполне конкретными деньгами. Из чего складывается впечатление, что народные взносы вовсе не самоцель этого проекта. Они скорее отвлекающий маневр и легенда прикрытия от истинных целей этой постройки. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. По поводу уже самого Зодчего очевидно одно. Он очень любит деньги. Пожалуй, даже больше всего на свете. Одним словом, купец, он и есть купец. Так что, как и в сказке про Буратино, все дело в ключике из желтого металла. Море чудес в стране дураков. Нужно сказать о том, что такое русский народ и кто такие русские. Это чрезвычайно важно. Русские – это не этнос, не национальность, как вдалбливали еще с советских времен. Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные. Я русский. Вот только не надо гнать. Русский – это тот, кто думает на русском и говорит на русском. Все. Это единственный критерий. Да что ты, черт побери, такое несешь? Совершенно не важна кровь. Нет российского языка. Есть русский язык. Так, теперь давайте с эфиопским футболистом. Я русский. В Эфиопии никогда не был.
Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Русские — это не кровь в венах, как полагают товарищи националисты. Поэтому и Пушкин — великий русский поэт. Его кровь давно высохла, а результат творчества остался. Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Значит, мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ, который тоже, это сложно составляющее понятие, русский народ. Вы сказали, русские, а какие русские? Не было до 9 века практически никаких русских. Он складывался постепенно из многих этносов, прежде славянских, но не только. Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут. Я русский. Русский он. Из угрофинских, из других и так далее. А у нас вот на юге, значит, в Каганате там всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались, значит, по территории Европы, так? И это совсем не библейские евреи из этого самого, от Синая. А это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в Каганате, который находился на берегах Азовского и Черного морей. И это тоже наш этнос, который русский народ все это впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и не нужно. Еще раз. Это важнейшая вещь. Это фундамент. Русскость не имеет границ. Русские – это те, кто думают и говорят на русском языке. Те, кто формирует вокруг себя русское пространство. Мы, русские, не обманываем друг друга. Надоело! Поучаю! Поучайте лучше ваших поучат! Баллада о дне и фильме. У себя? Не знаю. Тихо у него. Себя. Заметили, как дождь в лесу, за ним грибная стая? Вот так же и картины от Донфильма прирастают. Куда уж там Ивану, говорящему по-русски? Он думать разучился, да и мыслит слишком узко. Другое дело Борхес, фантазирует, шифрует. А Ванька в ус нечесанный свой нифига не дует. А Зодчий-то, великий он, картины ночью пишет. И там под лампой синюю он голос свыше слышит. Да Винчи Леонардо левитирует в сторонке и думает: «Етит копать! Вот сплющило мальчонку!» Ведь даже он, вознесшийся под око абсолюта, такие абрикосы не прикуривал покуда. Откуда ж у мальчонки из донецкого Кагала подобные сюжеты? Эк милейшего пробрало. А рядом королевишна в сиреневом и белом. Художнику любимому помочь готово делом. И если нужно, пыль сдувать осевшую на кисти. Или патроны подавать и неугодных чистить. Эпоха Возрождения уже ж не за горами. Сюжетом позавидуют Харука Мураками. Сплошная там страна чудес, без тормозов и света. Там человек почти мертвец и ждет во снах ответов. Главенствуют там призраки, картинно и лениво. А гений наш непризнанный, он любит жить красиво. Он днем мешает в тазике не краску, а белила. Обои клеит с глазиком, монтирует перила. Фонтан в саду с ротондою соорудит, стреножит. И в колокольне темную историю продолжит о том, как реформировать все русское пространство и как осточертевшее испепелить славянство.
о том, что кончилось оно, наследие Ивана, что замысел стучит в окно под ликом Иоанна, что кабала наш лучший друг, а мама тьма лихая, и пусть умрут хоть все вокруг. Проблема в том какая? Он мастер, в общем-то, крутой, в том, чтоб кукуху сдвинуть. Но я скажу, греби тудой со всей своей мекиной. Какие к черту градусы и фартушки, угольники? Мне лисы в сказочке, тем более не кролики. Шуруй в пустыню, партизан, фонарь тебе вдогонку. Подсматривай там иногда в замочную заслонку. Медведю фиолетово до ваших ренессансов. Придумает, как дальше жить без сказочных засранцев. Поле чудес в стране дураков.